Кирилл с победой, 3-1 по итогу матча. Как его прокомментируешь? Боролись до конца. В третьем периоде переиграли, выполняли тренерскую установку. Перебросали капитально соперника. Тут все, ну, как бы закономерно, я считаю. Что было самым сложным по ходу матча, когда гости сравняли счет или полторы минуты игры 3-5? Ну, самое сложное было не пропустить. Главное, если пропустили, игра могла бы измениться. Так вот мы отборолись, поэтому потом просто опять количеством бросков их задавили и все, и выиграли. Долго сохранялся ничейный счет сегодня, и твоя шайба стала переломной. Вот расскажи, как удалось распечатать ворота Акул? Да, в принципе, просто получил шайбу, выехал за ворота, обыграл там один в один игрока и вылез на ворота, и вратаря еще покатил. Вот. Спасибо, желаем успехов завтра. Спасибо.